Страна FM и Спорт Экспресс представляют «Стране о спорте». Лайф. Еще раз всем доброе утро. Это телерадиоканал «Страна FM». Здесь Влад Кутузов, Валерий Майоров. И к нам присоединился наш гость. Да, гость замечательный. У нас сегодня заместитель главного редактора, правильно? Да. Издательского дома «Спорт Экспресс» Дмитрий Симонов. Да. Дима, доброе утро. Да, доброе утро. Спасибо, что позвали. Спасибо, что пришел. Но сегодня мы будем говорить о футболе в основном. А так, если у вас, кстати, друзья, те, кто нас смотрит и слушает, будут вопросы вообще по любому виду спорта. Ну, давайте с футбола начнем, а потом туда, так конечно, сказать, углубимся. Пишите нам, группу ВКонтакте, там сейчас поедет специальный пост и вот. Вайбер плюс 7 909 928 1 89 9. Предлагаю начать с горяченького. С Лиги Чемпионов. С матча сегодняшнего и завтрашнего. Да, давайте чего ожидать? Чуть-чуть. Ну, наверное, это самая футбольная неделя в году, если не считать Кубок Конфедерации. К нам одновременно с разницей в один день приехали два суперклуба английских, Ливерпуль и Манчестер Юнайтед. У них огромная армия поклонников именно в России. Наверное, если брать именно болельческую базу в России, то они входят, может, в пятерку, а может быть и в тройку оба клуба. То есть, представляете, какой ажиотаж. Плюс тут добавляется, к сожалению, наверное, политика, потому что мы все знаем, что Англия нас очень сильно не любят, начиная с 2010 года, когда и мы, и они претендовали на право провести чемпионат мира. Это право досталось нам. Англия же погрязла в скандалах, и с тех пор английские журналисты нас мочат. Болельщики наши становятся персонами нон-грата. Там в Англии к нам очень много претензий, порой по делу, порой нет. Ну и, конечно, футбольная составляющая потрясающая. Плюс играют, ну, два из трех самых популярных российских клубов — «Спартак» и «ЦСКА». В общем, это очень круто. Как бы Москва сейчас вся футбольная, куча болельщиков приехала к нам в гости. Наши болельщики, огромный ажиотаж. Билеты найти невозможно. Там, чтобы найти билет, люди готовы потратить десятки тысяч рублей. И они это делают. Да, они это делают. И действительно, все это очень сложно. Но нам, например, в «Спортэкспресс» очень много людей обращаются. Почему-то считают, что у журналистов, вот я сейчас к вам пришел, и вам там возьмите пару билетиков там в VIP-ложе. На самом деле, это, конечно, не так. И огромное количество желающих попасть, стадионы будут битком. В общем, это очень круто. Не круто только одно, что наши клубы оба, конечно, аутсайдеры. Реально, если оценивать шансы в противостоянии с британцами. Лера, это печальная новость, а мы так ждали Диму и хотели взять билетик. Подожди. Я просто серьезно хочу сказать, неужели даже вот теперь аккредитация журналистов, да, обычно это все-таки такой свободный момент, что сейчас все очень строго и только самых-самых заслуженных. Ну, у того же «Спартака», например, аккредитация происходит онлайн. Нужно быть зарегистрированным на их сайте, и для каждого издания очень четко ограничено количество мест. Вот, поэтому это все не так просто, как кажется. Ну, то есть я, конечно, если захочу, я пойду, хотя... Вот. Но это все не так просто в любом случае для всех. И будет огромный ажиотаж. Я, если честно, ожидаю, что не обойдется без скандалов. Возможно, вы слышали, что наши болельщики уже успели отличиться со знаком минус. Да, мы об этом рассказывали. Фаер зажигать. Да, во время матча в Мариборе. Ну, я, если честно, вот я в журналистике спортивной 10 лет, и я такого вообще не видел. Человек выстрелил фаером с нашей, с российской трибуны. И фаер пролетел прямо рядом с судьей. Ну, то есть, ну, откровенно могу сказать, если бы попало в человека, то человек мог получить тяжелую травму или погибнуть. Но это было как пуля. То есть вот так вот фаер вылетел. У этого видео были миллионы просмотров в YouTube. То есть это все, ну, понятно, все любят как бы трэш, да, смотреть. Но не случайно нашу трибуну закрыли. И теперь болельщики «Спартака» не смогут попасть на игру с «Севильей» испанской там, в Испании. Есть сейчас такая мера у УЕФА. Они закрывают трибуну. То есть, грубо говоря, один идиот выстрелил, да, а сотни людей не попали. Или слушай, для меня это непонятная не тема. Ну, люди, они же болельщики, они же фанаты, они не понимают, что делают хуже прежде всего себе и своей команде. Они там не могут его проучить сами. Ну вот, к сожалению, нет такой культуры. Люди сами не выявляют, вот вы очень правильно сказали, люди сами не выявляют, скажем так, предателей, да, в какой-то мере. Ну, потому что вы представляете, да, ну вот, например, вы узнали там в начале сентября, да, там в конце августа, вы узнали, что «Спартак» играет в трех таких-то городах. В Словении, в Испании и в Манчестере. Вы, допустим, взяли билет, поехали, я не знаю, там, купили билеты, забронировали гостиницы, билеты, возможно, у вас невозвратные. И вдруг вам вот три дня назад приходит сообщение, что из-за того, что кто-то в Словении выстрелил, но это были не вы, берут и отнимают нашу возможность. Я бы его нашла. Продолжим разговор чуть позже. У нас в гостях Дмитрий Симонов. Друзья, через несколько минут к вам обязательно вернемся. Итак, друзья, для всех, кто любит футбол, для всех, кто любит спорт, у нас в гостях сегодня Дмитрий Симонов, заместитель главного редактора издательства «Дома Спорт Экспресс». Здравствуйте еще раз, Дмитрий. Да. И давайте я еще раз все-таки напомню. 8-909-928-1-89-9. У нас тут страсти кипят. Мы сами уже даже вне эфира хотим говорить про это и говорить. Если у вас возникают вопросы, задавайте, все осветим в эфире. Дим, ну вот
если говорить конкретно, что получается с нашими болельщиками? Пока закрыли на один матч, да? На то есть ни один человек наш туда не попадет. Да, на один гостевой матч. У «Спартака» должно было быть три гостевых матча. Ну, то есть они и будут. Один в Словении, один в Севилье и в декабре в Англии против Ливерпуля. Соответственно, наши болельщики провинились в матче в Мариборе словенском. И они наказаны на игру в Севилье, которая пройдет в середине осени. Там точную дату я вам сейчас не скажу. Но суть в чем? На каждый матч клубу-гостю выделяется квота 10% от всех мест на стадионе. Ну, то есть, грубо говоря, если у вас стадион вмещает там 40 тысяч человек, то выделяется 4 тысячи билетов. Их можно распределить. Больше взять нельзя, ну, как бы только по договоренности. Меньше взять можно. Ну, соответственно, вот эти там 4 тысячи человек, которые хотели приехать в Севилью, уже, возможно, купили билеты, купили авиабилеты, забронировали отели, они никуда не поедут, потому что этот сектор будет закрыт, он будет во время стадиона пустовать, и всех болельщиков будут проверять, скорее всего, по паспортам, и даже если вы решите перехитрить закон и купите билет, допустим, на обычную центральную трибуну, то есть сядете рядом с испанскими болельщиками, то вас с очень высокой вероятностью не пустят. Уже были такие просто прецеденты, например, в той же Англии, просто людей отсеяли, хотя они покупали билеты за 100, 200, 300 фунтов. Это очень обидно. Слушай, и вам эти деньги никто не вернет. Ну, это понятно. Смотри, какая история. Понятно, что мозги не исправишь. Но они вот такие уже есть, и уже люди взрослые, да, все уже сформировавшиеся. А если усилить охрану как? Ну, фаеры уже надо пронести, он же все-таки уже не такой, да, не совсем маленький, это бесполезно. Ну, к сожалению, это большая проблема Восточной Европы, там нет просто достаточного контроля. Если брать Западную Европу, то там давно придумали меры. Мера, на самом деле, очень простая. Деньги и тюрьма. То есть прямо объявляют, например, на стадионе Барселоны Камп Ноу висит объявление. Если вы там пронесете пиротехнику на стадион, вы будете оштрафованы на, сколько-то, по-моему, 5000 евро. Ну, вы уже даже если вы эту надпись увидите, правильно, вы задумаетесь. В Восточной Европе, к сожалению, не так. Балканские страны, Польша, мы, Украина и так далее. То есть это проблемные фанаты до сих пор. Вот, поэтому, к сожалению, такая ерунда случается. Но самое главное, ну, на мой взгляд, что реально могут пострадать люди. И, например, лет 10 там, или 15 назад было в российском чемпионате два похожих случая. Один раз пострадал сотрудник полиции, если не ошибаюсь, он, по-моему, погиб. И один раз трибуна фаер перелетел, ну не фаер, а ракетница перелетела на другую трибуну, и человек получил тяжелейшие ожоги, у него обгорело лицо и так далее. Ну, то есть это же запрещают не просто так. Если бы это было просто, да, весело и красиво, но, к сожалению, люди действительно могут получить тяжелейшие травмы или погибнуть. Это я говорю просто еще о случаях известных, как бы таких, ну, как бы громких. А на самом деле, ну, люди, которые бросают, они часто находятся пьяные, да, там, грубо говоря, или еще под чем-то. И человек может банально, я не знаю, обжечь руку, обжечь другого человека, размахивая фаером. У людей загораются волосы, одежда. Ну, то есть, это кошмар. Ну, кто-то считает, что это красиво, что вот это фаер-шоу, это все очень здорово. Ну, такая сомнительная красота. Ну, многие считают, например, что это просто банально пошло. Ну, не знаю, мне кажется, единственный выход из этой ситуации как-то максимально жесткое наказание сделать. Да. Чтобы и ты этого не сделал потом, и другие люди, которые это видели и увидели, что с этим человеком потом сделали, да, с точки зрения закона, уже потом сказали, я не буду это делать. К сожалению, вот, например, года три, по-моему, назад ЦСКА точно таким же санкциям подвергался, но там же была вообще дурацкая ситуация. Им сначала вот так же закрыли сектор, а потом было опять допустили нарушение. И в результате этого уже закрыли домашний стадион. И ЦСКА играл при пустых трибунах. Да, вы можете себе представить? Помню. Матч Лиги Чемпионов. Вот я был на таких матчах, но, честно, это кошмар. Вот складывается ощущение, что ты в какой-то вот банке играешь. Такая, слышно, там, что кричит тренер, там, и так ну, далее. Ну да, они играют сами для себя, получается. Да. Друзья, Дмитрий Симонов у нас в гостях. Мы продолжим говорить о футболе буквально через несколько минут. Это «Страна о спорте». Будьте здесь. Доброе утро. Доброе утро. Ну, слава богу, у нас дождя нет, у нас как-то сухо, тепло и светло, и солнечно, между прочим, сегодня в Москве. Друзья, продолжается «Стране о спорте» здесь на телерадиоканале «Страна.ФМ». Заместитель главного редактора издательского дома «Спорт-экспресс» Дмитрий Симонов у нас в гостях. Дим, доброе утро еще раз. Спасибо, да, что пришел. Утро. Продолжим о футболе. Ну вот мы за кулисами эфира начали говорить о Кокорине, который вдруг, он всегда был хорошим игроком, но сейчас он начал забивать вообще всегда практически, правда же? Ну да, Кокорин проводит лучший сезон в карьере, он забивает практически в каждой игре, у него больше, чем гол за два матча, это очень большой высокий показатель для нападающего. Он действительно очень здорово играет. Для многих это шок, но Кокорин, ну, на мой личный, да, взгляд, это самый талантливый игрок, который рождался на российском пространстве, ну, так скажем, да, после 90-х. Да, многие вспомнят Аршавина, Мостового и так далее, но Кокорин
как бы футболист от Бога с точки зрения физики. То есть он идеально сложен для футболиста, он одарен идеальными качествами. Но, к сожалению, все последние годы он становился участником скандалов, но все его знают, да, к сожалению, вся страна, по вечеринке вот в Монако в клубе Твига, когда они с другим игроком, да, Мамаевым там пили шампанское и так далее. Кокорин, что с ним только не происходило, его там и снимали с голой девушкой, его и он попадал и на гигантские штрафы, там нарушения его лишали прав водительских. Он фотографировался, там выкладывал какие-то глупые фотографии, ругался с тренерами и так далее. К сожалению, все тренеры всегда от него ждут сумасшедшей игры, но только сейчас он стал ее показывать. Это большая радость для российской сборной в преддверии чемпионата мира. Хочется верить, что Саша не сдаст, потому что он действительно очень талантливый игрок, нападающий и так далее. Я уверен, что с его талантом он мог бы играть в клубах топовых европейских, но, к сожалению, так скажем, неправильное отношение к жизни, такое немножко разгильдяйское, ну, точнее, не немножко, а множко. Ну, потому что человек с таким талантом должен добиваться совсем другого. Да, понятно, в «Зените» он получает там порядка 3,5 миллиона евро в год. Он обеспечил себя, своих детей, внуков, правнуков и так далее. Но мы же понимаем, что не все измеряется деньгами. Деньги легко... Мы знаем много историй, когда футболисты вкладывались в какие-то безумные проекты и теряли все. Прогуливали, проигрывали в казино, покупали несуществующие нефтяные заводы, вкладывали в закрывающиеся рестораны и так далее. То есть деньги деньгами, а, к сожалению, карьера не та, но есть шанс России помочь на чемпионате мира, который уже меньше, чем через год. Слушай, ну вот интересный радость. Вопрос я хотел спросить. А все-таки у Кокорина есть шанс, не будем его покидать пока, шансы на то, что там в ближайшем времени свершится какой-нибудь фантастический трансфер, и он окажется там, ну, в Барсе, ну, я условно говорю. Кокорина даже в худшие моменты его карьеры звал, допустим, в аренду лондонский «Арсенал». Ну, то есть это о многом говорит. С другой стороны, ну, общаясь со скаутами европейских клубов, я знаю, что ребята из вот этого поколения, скажем так, 23-24 года плюс, они уже практически не рассматриваются. Просто никто не хочет рисковать. А Кокорину сколько сейчас? 26. 26. Да, но, к сожалению, еще менталитет накладывает. Трансферы российских игроков, которые происходили лет, наверное, 6-7 назад, они показали, что наши игроки супер плохо адаптируются к жизни, не говорят по-английски, не хотят учить, не находят контакт, им проще быть дома. Ну, вот, к сожалению, наши футболисты плохо адаптивны. Слушайте, ну я вот хотела такую женскую тему и все-таки про Кокорин спросить. А можно связать, что все-таки у него изменения глобальные в семейной жизни, именно поэтому такой да, подъем? Да, он, во-первых, официально связал себя узами брака с девушкой, с которой очень давно встречался. Она, кстати, тоже известна в богатых тусовках, в шоу-бизнесе. Она, по-моему, бывшая девушка Тимати, одна из... Ну, наверное, у Тимати были тысячи бывших девушек. Какие тонкие подробности? Да, а он просто какой-то момент встречался с родственницей Тимати, а потом... Познакомились. Вот так, да. Я боюсь ошибиться, чтобы Тимати не обидеться, надеюсь, и все остальные. Вот, но да, он с ней очень долго встречался, они сыграли свадьбу. Относительно недавно, весной, по-моему, в конце весны она родила ребенка. Вот, и на Сашу действительно повлияло. Видимо, он, может быть, понял, что жизнь-то проходит, а надо быть, кормить семью, и надо быть, чтобы твой ребенок, когда вырастет, ему не говорили, что чем твой папа прославился? Тем, что он пил шампанское в клубе Твига. Это здорово, наверное, да, но лучше пусть скажут, что папа забивал там на чемпионате мира, в Еврокубках, был лучшим игроком. Слушай, ну так России. Или иначе, у него родился пусть ребенок, это его воодушевило, и это замечательно и прекрасно, что он стал так играть, в конце концов. Дмитрий Симонов у нас в гостях, друзья, говорим мы сегодня о футболе, и буквально у нас через несколько минут мы снова появимся в эфире. Абсолютно и продолжим верно. Наш замечательный разговор. Будьте здесь. Страна FM и Спорт-Экспресс представляют «Стране о спорте». Лайв. Еще раз всем доброе утро, дорогие друзья. Это телерадиоканал «Страна FM». Здесь Влад Кутузов, Валерия Майорова и Дмитрий Симонов, заместитель главного редактора издательского дома «Спорт-Экспресс». И прямо сейчас вы можете задать ему свои вопросы. Беседа идет у нас душевная, вот просто по всем статьям. И спорт затронули, и личную жизнь, и какие-то даже мировые вопросы болельщиков. Мы как-то внезапно стали понимать, что футбол, во всех случаях, это уже часть шоу-бизнеса. А я просто внезапно стала что-то понимать, ты понимаешь? Ну, вот, видишь, можно хорошо, я напомню телефон, по которому задавать вопросы? WhatsApp и Viber 8-909-928-189-9. Пишите, время еще есть, а теперь давайте. Да, мы о многом поговорили сегодня уже, но так или иначе продолжается чемпионат России. Очень важный момент. Что, «Зенит» чемпион? Конечно.
То есть прям вот... Конечно, это не подвергается сомнению, но на мой взгляд. Нет, до этого подвергалось. Говорили, что не надо им расслабляться. Чуть-чуть микрофончик поближе. Да, нет, «Зенит», конечно, чемпион. Я думаю, с очень большой вероятностью. У «Зенит» самый сильный состав. И это, скажем так, это единственная команда, которой в этом сезоне нужно выиграть турнир «Кровь из носа». Я объясню. За последние 5 лет «Зенит» становился чемпионом один раз. Помимо этого, один раз выигрывал кубок, там, и суперкубок страны. Для понимания, это самая богатая Россия, команда России с большим отрывом. Но теперь представьте, что вы в течение 5 лет всего раз становитесь чемпионом. Это очень мало. Когда вы как бы фаворит, и вы должны быть гегемоном. Ну, то есть очень сложно, например, выиграть чемпионат 3 раза подряд. Ну, там идет головокружение от успехов, уже мотивация пропадает. Но когда ты выигрываешь 1 раз из 5, это катастрофа. Не случайно в клубе поменялся весь менеджмент сейчас перед стартом сезона, и было потрачено, по разным данным, там от 80 до 120 миллионов евро вот за лето было потрачено. Но у них же был сумасшедший трансфер, совершенно не сделали, да? Что не сделал «Спартак», кстати говоря? Ну, «Зенит», смотрите, «Зенит» вообще за это лето сделал 26 трансферов на выход и на вход. Я думаю, что это вообще рекорд в истории, может быть, российского футбола, ну, как минимум, за последние лет 10. То есть, фактически, одну команду выгнали, а вторую команду собрали. Ну, понимаете, да? То есть прошел прям массовое. Они взяли 5 аргентинцев, многих из них за 15, 20, 22 миллиона. Но я говорю, в общей сложности потрачено там порядка 120 миллионов евро. Ну, там просто есть рассроченные платежи, это как происходит. То есть вы покупаете футболиста за 20, но договариваетесь, что вы это выплачиваете в течение 3 лет. Ну, то есть кто-то считает, что это вы купили в этом году за там 7, но, по сути-то, это все равно же 20, вы это заплатите. Плюс зарплаты у людей очень высокие и так далее. Но «Зенит» собрал суперкоманду по меркам России, и, конечно, они выиграют. Ну, на мой взгляд. Слушай, ну деньги — это одно, надо же еще грамотно. Вот, ну, что произошло с «Зенитом»? У них раз, прекрасный, да, тренер Роберто Манчини, итальянец. В свое время он мог возглавить сборную России даже. Там была забавная история, с ним уже был подписан контракт, но в тот момент сменился президент Российского футбольного союза, и новый президент, собственно, Мутко там пришел к власти, он захотел другого тренера, и чтобы разорвать контракт с Манчини, пришлось вскрывать автогеном сейф предыдущего. Это правда, правдивая история. Сейф был, а его не могли вскрыть, потому что не было ключей. Его вскрыли автогеном, нашли этот контракт и договаривались с Манчини, чтобы как бы этот контракт о намерениях расторгнуть, ну, чтобы он не вступил в силу. Но сейчас Манчини все-таки, судьба его привела в Россию. Это топовый тренер, прекрасный, очень сильный. Вот, он приводил к успеху английские, итальянские клубы, становился чемпионом этих стран. Ну, у меня нет сомнений, «Зенит», ну, им очень нужно. Ну, им об этом все нас... Слушай, я фразу прям запишу: «Мутко пришел к власти», Миша. Мне очень понравилось. Слушай, у нас буквально 40 секунд. Вкратце, кто наступает на пятки «Зениту»? Ну, понятно, что отрыв большой там. На пятки не наступает никто. Я бы сказал так. Очень важна борьба за место в Лиге чемпионов, потому что для клубов это престиж и деньги. Одно попадание в Лигу чемпионов клубу автоматически приносит порядка 12 миллионов евро. А если ты еще набираешь какие-то очки, то это еще больше. Ну, и плюс это, конечно, престиж. Ну, вот мы с вами, да, с чего начали. «Спартак», «ЦСКА» в Лиге чемпионов. Главные претенденты — это, собственно, ЦСКА всегда, да, из года в год. Это команда, которая всегда, все последние годы попадает в Лигу чемпионов. Стараются «Локомотив», «Краснодар», они сейчас близко находятся к «Зениту», но «Спартак», чемпион прошлого года, к сожалению, очень плохо. Дим, давай прервемся. Друзья, у нас Дмитрий Симонов в гостях, мы скоро продолжим. Итак, мы продолжаем нашу спортивную тему. Дмитрий Симонов, заместитель главного редактора издательского дома «Спортэкспресс». Так хорошо мы душевно поговорили про Кокорина, но вот был еще один игрок, про... Уж вне эфира какие вне горячие эфира темы вообще, мы поднимаем. Да. Слушай, огонь. Ну, интересно, очень интересно. Я говорю, а рядом с ним всегда был еще некий персонаж, и мы надеялись, что вот-вот он начнет хорошо играть, начнет, а он все не начал. И в связи с этим его не взяли в сборную. Ну, угадайте, про кого я говорю. Да? Да, вчера был объявлен состав. Я, кстати, ездил, общался вчера с тренером нашей сборной Станиславом Черчесовым на тему состава, почему он принял те или иные решения. Дзюбы в составе нет. Ну, что я могу сказать? Есть как бы две версии. Официальная версия, что Дзюба не взят по футбольным качествам. Ну, то есть он не подходит под стиль игры команды. Плюс он за «Зенит» сейчас играет нерегулярно, да. «Зенит» хотел в какой-то момент избавиться от него. Это не получилось. Он сейчас там то играет, то не играет. Голов забивает мало. Ну, то есть как бы логика есть. Ну, а во-вторых, Дзюба откровенно подвел свою команду перед Кубком Конфедерации, когда, сославшись на травму, которая то ли была, то ли не была, он не стал выступать за команду, он покинул ее. Вот. Наша сборная на Кубке Конфедерации не смогла выйти из группы. Ну, тут можно относиться как угодно, да, к решению человека. Ну, там ножка болит, пальчик болит.
как бы, да, но с другой стороны, все-таки есть престиж страны, его никто не отменял, даже в эпоху гигантских денег в футболе. Ну, а во-вторых, была громкая история, когда Дзюба и, кстати, Кокорин в Инстаграме, не помню, кого из них, выложили фотографию, где сделали вот такой вот жест. Вот, многие восприняли этот жест как усы, да, которые они как бы спародировали главного тренера сборной Черчесова, который, как известно, усат. Вот. Это было очень неприятно. Многие заговорили о том, что игрок тем самым пытался подколоть, если не сказать грубее, главного тренера. Ну, сейчас мы Дзюбу не видим. Ну, молодец он, что я могу сказать. Видите, порой вот такой один жест может человеку стоить, допустим, чемпионата мира по футболу. Ну, а вот наверное, это было важнее. А вот есть даже какое-то объяснение его поведению? Что с ним происходит такое? Ну, у него просто не сложились, могли не сложиться отношения с тренером. Такое бывает, но, на мой взгляд, именно когда речь идет про национальную сборную, ты играешь прежде всего не за тренера и не за деньги, ты играешь за свою страну. Это чемпионат мира по футболу, который проходит в твоей стране. Вот такое точно бывает один раз в жизни. Дзюбе 30 лет. Для него это мог быть, я думаю, он просто не попадет в состав, главный турнир в жизни, главное соревнование в карьере. Выйди, забей гол на, я не знаю, там, в Лужниках, и ты будешь любимцем всей страны. Как Найди вы помните, истории, становились, да, Аршавин, да, входил, Павлюченко. Никто уже не помнит, как они играли, но помнят их там победы, достижения, голы за сборную. И уж в России, если будет чемпионат, он его теперь уже точно не заставит. Ну да, и уж точно показать, допустим, усы Черчесова, мне кажется, не самая умная идея, не самая смешная шутка. Ну, честно говоря, непонятно даже, что это было вообще и зачем это все было. Ну, опять-таки, ребячество какое-то. Да, так и есть. Дим, слушай, ну если вот быстренько, у нас 40 секунд осталось до выхода, значит, у нас что, Корея и Иран? Ну, это товарищеские матчи, да, скорее. Команда же такси, это же не Испания и Аргентина, в конце концов. Ну да, но у нас вообще проблемы с соперниками по товарищеским матчам. Не очень получается со всеми договориться, но зато будем верить, что мы одержим победы, и публика порадуется. Все лучше, чем играть, как играли с «Динамо», неофициальный матч вообще с российской командой. То есть хуже что-то сложно придумать. А игры у нас сегодня и завтра, правильно? Сегодня-завтра играют «Спартак» ЦСКА, ага. А сборная играет в октябре. А, в октябре, точно. Да, в начале октября. Окей, друзья, у нас Дмитрий Симонов в гостях. Мы пока еще не прощаемся. Через несколько минут снова к вам вернемся и продолжим говорить о футболе. Ну, по эту сторону у нас свой рай спортивный. На сегодня Влад Кутузов, Валерия Майорова, Дмитрий Симонов, заместитель главного редактора издательского дома «Спортэкспресс». Я знаю, почему нам никто не задает вопрос. Потому что мы предвосхищаем их вопросы и просто емко на все отвечаем сегодня. Мы отвечаем раньше, чем вопросы возникают. И самое интересное, я сижу и думаю, слушайте, а футбол-то интересная какая тема, да? Вот. Слушайте, ну и час пролетел вот вообще. Сегодня как никогда, просто незаметно, практически мгновенно. Дим, мы начали с Лиги чемпионов. Да. Спартак, ЦСКА. Давай подробнее, наверное, вот в конце часа уже поговорим. Какие прогнозы, чего ожидать. Ну, хотя многие понимают чего, но тем не менее, все-таки мы не на что надеяться. От тебя хочется профессионального мнения и вообще просто как человек, как болельщик. Во-первых, надеяться, конечно, надо всегда, особенно когда твоя команда играет дома. А и Спартак, и ЦСКА играют дома при своих болельщиках, а в футболе стены реально помогают. Это факт. Плюс там климат и так далее. Ну, сегодня играет «Спартак» вечером, да, там без 15:10. Ну, к сожалению, сам «Спартак» находится не в том состоянии, чтобы на что-то серьезное претендовать. Я думаю, «Спартаку» может помочь чудо. Правда, для «Спартака» большой плюс, что «Ливерпуль» сейчас находится в плохой форме, в объективно плохой форме, и этим можно попытаться воспользоваться. Но, к сожалению, у «Спартака» много травмированных. Я знаю, что очень многие даже верные болельщики «Спартака» боятся повторения давней истории, там больше, чем 10-летней давности, когда «Спартак» проиграл «Ливерпулю» 1-5. Ну, на мой взгляд, достойное поражение, но тем более ничья, это будет вообще супер подвиг для команды и возможность для нее подняться с колен после всех неудач. Что касается ЦСКА, то там ситуация такая, ЦСКА команда, которая умеет обороняться, и я вполне себе могу представить победу с минимальным счетом или ничью из серии 1-1 или 0-0. Просто потому, что ЦСКА отдаст мяч, отдаст территорию и будет удерживать вот это преимущество. Но, к сожалению, тут как раз для ЦСКА. Манчестер Юнайтед находится в очень хорошей форме. Ну, будем объективны, наши клубы скорее всего могут проиграть, но надо верить. Вот, иногда же бывают сенсационные результаты в футболе, не случайно. Поэтому я буду очень рад, если хотя бы один из наших клубов зацепит ничью. Это реально будет очень крутой результат, потому что английские клубы, они богатые, сильные, успешные. Ну, а наши – наши. А мы в наших верим. Да. Но в любом случае будем болеть, как запускать в космос, я не знаю, флюиды специальные, мысли, формы, вот, победу, можно, и так далее. Вот правда, установки мы всякие. Обычно шутим про футбол, а сейчас вот я как-то прониклась. Мне действительно хочется верить, мне хочется, чтобы мы побеждали и куда-то выше двигались. Главное, что в любом случае праздник удастся.
Билетов нет, все билеты на два матча раскуплены, сотни тысяч людей или даже миллионы, я надеюсь, будут сидеть у телевизоров. На следующее утро купят газету «Спортэкспресс», зайдут на наш сайт, секунда рекламы. Вот, но это очень важно, что мы играем с такими командами, и в этот момент на нас смотрит весь мир. Не в те моменты, когда мы играем там с Марибором в Словении, а именно в моменты, когда мы играем с топ-командами, люди по всему миру, которые болеют за «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», будут видеть наших. Не случайно такие матчи, их можно даже выставочными назвать. Это матчи, в которых игроки могут проявить себя, продать себя. То есть ты можешь, условно говоря, в 20 матчах чемпионата России забить 20 голов. Но если ты забьешь один гол в эффектном стиле «Ливерпулю», только тогда на тебя обратят внимание и тебя купят в Англию. Только в таких матчах люди делают себе как бы имя. Карьеру. Ой. Слушай, а есть специально реально вот люди, ну они есть при, в принципе в природе вообще, но вот они смотрят такие матчи с как бы, ага, сейчас посмотрю, может быть кто-нибудь там 100%. Есть. 100%, вот сейчас в «Спартаке» есть такой игрок Промис, он, к сожалению, травмирован, он не сыграет, но все ждали именно матч с Ливерпулем, чтобы его посмотреть на фоне Ливерпуля, не на фоне российских команд, ага, с совсем другой динамикой. Как он будет против сильных? Ну, к сожалению, игрок травмирован, но у него еще будет шанс в декабре. Слушайте, ну, у нас осталось не так много времени. Давайте минутку рекламы. Покупайте газету издательского дома «Спортэкспресс». Заходите на их сайт и всегда слушайте спортивные новости в эфире телерадиоканал «Страна». Да, на этом практически все на сегодня. Дмитрий Симонов, заместитель главного редактора издательского дома «Спортэкспресс», был у нас в гостях. Дим, большое тебе огромное спасибо. Огромное спасибо. Да, было супер-мега-интересно. Ждем тебя еще, пожалуйста, приходи к нам. Спасибо. Ну, друзья, мы тоже с вами попрощаемся. 4 часа с вами были Влад Кутузов и Валерий Майоров. Вернемся к вам завтра рано утром в 7:00 по московскому времени. Да, услышимся на «Стране ФМ» и увидимся тоже. Всем любим, пока, целуем. Счастливо. Пока. Пока. «Стране о спорте».